Готовим бурек со шпинатом. На оливковом или подсолнечном масле обжариваем одну луковицу. Дальше кладем чеснок. Все хорошо обжариваем, кладем шпинат, соль, смесь перцев и обжариваем до полной готовности. Остужая начинку, выкладываем сыр фета, можете заменить на брынзу. Дальше цедру лимона, желток и все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Дальше берем тесто фило, смазываем сливочным маслом и кладем сверху еще два слоя. Смазываем маслом, кладем начинку, сворачиваем все в рулет, дальше в улитку, выкладываем форму для выпекания, смазываем желтком, посыпаем кунжутом, выпекаем 35 минут. Бурек готов, всем приятного аппетита, с вами была Дания.